Мы смотрим. МНЛ убивает Форкса. Ситуация у нас 3 в 2. Слышит, как Узи. Слышит МНЛ, как Узи и Скрим перетягиваются под Б. Ой, но, к сожалению, не реагирует Альтернейт на эту инфу. Только сейчас Кристал побежал под Б. А там уже Шокс занял кишки. Так, а мы решаем проблему. Я обновил плеер, ребята. Все ли нормально? Тут Кристалла забрали в хелпе. Ставится плент. Извините. И МНЛу бы надо сейвить. Баба. Сносит его гранаты. И счет становится 7-7. Так, пацаны, что случилось? Неужели не работает трансляция? Давайте, давайте, F5. Тут у нас тем временем отдача на последнем раунде. Вот альтернейт. Оставлена бомба на Б. Узи вообще АФК стоит. Ну, не отдача, полузакуп. Как мы видим. 3 в 3, кстати, сейчас ситуация, потому что Узи АФК. Шокси минус МНЛ. Феликс минус Смитс. Шокси перебегает, идет в кишку. Взорвали Феликса. И один Кристалл у нас остался, и Хоркс его забирает. 8-7. Первая сторона за Анексис. А мы пытаемся решить последние наши проблемы. Вот у меня работал стрим. Ну что? Что, ребят, все нормально? Потому что у меня тоже лаг, походу, был. Возвращается постепенно народ. Ну, сейчас пауза, мы должны разобраться за эту паузу со всеми проблемами. Выкрываем лишние окна. Ребят, что случилось конкретно? Просто стало писать сервер офлайн? Ну же, ответьте мне, пожалуйста. Прицел поярче. Могу пожирнее сделать. Вот такой. О, жирнющий. Фух. Ждем, когда пойдут РР. Видимо, какие-то проблемы у Узи. Что можно сказать по первой половине? Ну, по сути, альтернейт брали аркадами раунды. В большинстве своем Анексис...